Тем временем Демократическая Республика Конго находится в фокусе внимания Совета Безопасности ООН. Ситуация в этой стране вызывает тревогу в мире. Вооруженные конфликты, голод, массовые убийства продолжаются уже долгие годы. В 1999 году была учреждена миротворческая миссия ООН по стабилизации в Конго. Сегодня в ее рядах 18 тысяч военнослужащих и полицейских. На заседании Совета Безопасности ООН выступила специальный представитель генсекретаря организации в Демократической Республике Конго, глава миссии ООН в этой стране Лейла Зируги. Она выразила надежду на мирные выборы президента и членов законодательного собрания этой страны в декабре нынешнего года. Антонио Гутерриш сказал, что ситуация в Конго остается самой тяжелой в мире. По сообщениям представителей Управления ООН по гуманитарным вопросам, более 2 миллионов детей в этой стране находятся на грани голодной смерти. Более 5 миллионов населения бежали. В результате вооруженных нападений несет потери и миротворческая миссия ООН. Члены Совета Безопасности высказались о предстоящем избирательном процессе. Этот общенациональный процесс должен осуществляться с наблюдением суверенитета, политической независимости, территориальной целостности и единства народа Конго. Мы приветствуем участие в нем женщин. Очень важно, чтобы власти Демократической Республики Конго приняли необходимые меры для безопасности в ходе выборов. Обеспечение благоприятных условий в этом процессе позитивно скажется на стабильности всего региона.